Здравствуйте! В эфире новости, в студии Олеся Акинфеева. Сегодня в выпуске. В шаговой доступности в Пущино-на-Наре строят фельдшерско-акушерский пункт. Завершен ремонт 5 региональных дорог. Как жители оценили новое покрытие? По реке с ветерком. Прогулки на теплоходе «Столичный» вошли в региональный проект «Лето в Подмосковье». Сделать медицину доступной для всех. В деревне Пущино-на-Наре началось строительство фельдшерско-акушерского пункта. Подробности в нашем сюжете. Поселку, в принципе, нужен, потому что старый у нас находится в разрушенном клубе, топится дровами, маленькое помещение, две комнатки. Медицина прошлого остается в прошлом. В скором будущем в деревне Пущино-на-Наре появится современный фельдшерско-акушерский пункт. К его строительству приступили неделю назад. Ведутся подготовительные работы для постройки фельдшерско-акушерского пункта. На данный момент производим снятие грунта, также производим бурение лунок под заливку столбов, под ограждение. Ну и в дальнейшем, с завтрашнего дня, дай бог, начнем уже копать траншеи под канализационные коммуникации. На ближайшие 2 недели в планах монтаж канализационной системы, освещение и копка траншеи под заливку ленточного фундамента. Сам ФАП будет довольно-таки красочным таким, будет делиться на 2 зоны. Размер у него будет 10 на 18, одноэтажное здание. Рядом предполагается парковка? Да, будет большая доступная такая парковка, асфальтированная. В медицинском учреждении обустроят кабинеты для осмотра и оказания первичной помощи, технические помещения, а также жилье для врача с отдельным входом. ФАП построят с учетом доступности для маломобильных групп населения. Жители Пущино-на-Наре полностью поддерживают строительство нового объекта. Идея замечательная, потому что в нашей деревне есть и молодые, детей много. И уже в таком возрасте, в пожилом, есть жители, которые нуждаются в ежедневном уходе. Новый, конечно, будет всех радовать. Завершение работ запланировано на ноябрь текущего года. Сегодня в администрации Серпухова прошло очередное совещание с руководителями управляющих компаний. В первую очередь им рекомендовали качественно и в срок отрабатывать заявки жителей на портале «Добродел». Вторым вопросом обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Показатели готовности паспортов практически всех многоквартирных домов соответствуют нормам. Последний вопрос – содержание контейнерных площадок. Коммунальщиков призвали как можно быстрее сообщать о возникающих вопросах. Основная проблема у нас это с вывозом КГМ крупногабарита. Значит, те площадки, которые приближены к частному сектору, все понятно. Я вас прошу, значит, если график нарушен в день, скидывайте, пожалуйста, информацию для того, чтобы мы могли оперативно с МСКМТ непосредственно решить вопрос. Еще один острый вопрос – несанкционированный выброс мусора. Сейчас разрабатывается программа установки камер видеонаблюдения на контейнерных площадках. Чтобы взять ситуацию на особый контроль и привлекать к ответственности владельцев транспорта, с которого выгружают отходы без разрешительных документов. Благодаря корректировкам в программе газификации Подмосковья еще 4000 жителей смогут подключиться к газу. В новой редакции губернаторской программы развития газификации Московской области до 2025 года добавлено 20 населенных пунктов. В их числе серпуховская деревня Тверитино. Первый, кому начальник территориального отдела Дашковский сообщил добрую весть, стала староста деревни Юлия Парфенова. Для нее, как и ее земляков, эта новость была ожидаемой, поскольку в Тверитино сегодня зарегистрировано почти 200 человек. Необходимые документы староста и начальник тиротдела собрали, вовремя подали в Министерство энергетики Московской области. И вот пришло подтверждение. Деревня в новом списке измененной программы газификации Подмосковья до 2025 года. У нас вообще появилась уверенность, и мы видим, как идет развитие нашей деревни. Старостой Юлия Парфенова избрана год назад всего лишь, но перемены в деревне за столь небольшой срок произошли ощутимые. Начали с самого главного – с наведения порядка. В деревне раньше не было мусоросборников. Проведя несколько встреч с жителями, удалось прийти к общему знаменателю. Наконец-то решили, где будет установлена контейнерная площадка. Только после уже собрания, после того, как мы установили мусорный контейнер, один житель был не согласен. Опять мы собирали собрание, и решением собрания, в связи с тем, что у нас и так соблюдены все нормы
установки временных мусорных контейнеров, но все-таки мы учли его пожелания, и немножко мусорный контейнер мы уводим в левую сторону. В ноябре, когда разыграется контракт, мы должны поставить современную площадку с ограждением, накрытую на бетонном основании. А еще в деревне отсыпали щебнем дорогу к участкам многодетных семей, сделали пирс у пожарного пруда. У нас 4 ключа, чистая вода, жители запустили туда рыбу, у нас даже водятся карпы маленькие. Облагораживаем сейчас нашу деревню. Мы подавали заявку на светлый город, присутствовал я на собрании по дорожной безопасности, нам одобрили тротуары. Пешеходные, значит, тротуары и освещение. У деревенских домов сегодня цветы, газоны окашиваются жителями регулярно, улицы ухоженные и уютные. У деревни хорошие перспективы. Перемены значительные, очень хорошие перемены. Появился свет, дороги, есть куда мусор нам вынести, мы с этими пакетами не бегаем. Мы довольны и счастливы, очень любим деревню. Здесь живут мои дети, мой внук. Хотелось бы, конечно, лучшей жизни. Ждем газ. В Тверите на участке под строительство домов получили 300 многодетных семей. Так что народонаселение увеличится, а с газификацией проживание в деревне будет более комфортным. Когда дорога в радость? 5 из 8 региональных трасс готовы к приемке после капитального ремонта. Одна из них, Серпухов-Глазово-Кузьменки, проходит через деревни Новая Московка. По просьбам жителей здесь установлены дорожные знаки и положены искусственные полосы препятствия. Хороший подарок получили и оболенские дачники. Здесь завершается капитальный ремонт дороги от Очистных к СНТ-Юг и Ветеран. По такой дороге ехать одно удовольствие. 6 километров региональной трассы Серпухов-Глазово-Кузьменки сегодня радуют почти зеркальной гладью только что уложенного асфальта. Как люди ждали этого момента, мы постоянно рассказывали в наших новостных сюжетах. Про одну из самых разбитых дорог деревни Новая, пожалуй, чаще всего. Это для нас дорога жизни. И людям без этой дороги никуда, потому что у нас главная надежда, конечно, когда будет асфальт, будет здесь автобусный маршрут. Начинается лето, вы знаете, какая пыль идет известковая в дом? Вот люди, мы дышим этим, поэтому мы прямо ждем, пока положат асфальт. Просто мечтаем. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги Подмосковья» мечты жителей деревень Новая и Московка стали реальностью. Средства на капитальный ремонт участков региональных трасс потрачены из областного бюджета. Дорога нам очень нравится. Все наши пожелания писали благодаря, конечно, нашему старости. Мы все получили. Вот стоят знаки, которые предупреждают водителей о правилах езды по таким дорогам. Лежат полицейские. Наконец-то они научились притормаживать в то время, когда многие переходят дороги. Хороший пешеходный переход. В принципе, все отлично. Спасибо всем, кто помог нам. Закончились дорожные страдания и для жителей Оболенска. Здесь дорога протяженностью более 1000 метров от Очистных к Садовым товариществам капитально отремонтирована. Для пешеходов здесь впервые появился тротуар. По сравнению с тем, что было, просто космос. Просто великолепно. Спасибо. Огромное спасибо от себя лично, от всех жителей поселка за такую прекрасную дорогу. И ходим, и ездим, и замечательно. Спасибо большое. Спасибо, Добродел. Местные жители и москвичи, у которых здесь дачи, голосованием на портале Добродел в прошлом году добились включения 1200 метров дороги в государственную программу софинансирования из Дорожного фонда Московской области. Значительная часть средств на реконструкцию разрушенной инфраструктуры выделена из бюджета Москвы. Вдоль дороги установили новые столбы с современными светодиодными лампами. Прогулки, пешие, велосипедные теперь доставляют людям радость. Как вам дорога? Ой, великолепно! Чудно, просто чудно! Спасибо всем! Ремонт дорог региональных и муниципальных в округе завершается. Облик улиц, трасс и площадей меняется. В Серпухове подходит к концу приемка образовательных учреждений. На сегодняшний день проверена готовность всех детских садов и школ к новому учебному году. Осталось еще два колледжа – Губернский и Серпуховский. Сегодня осмотр начался с психолого-педагогического и медико-социального центра «Шанс». Комиссия заходит в кабинет адаптивного управления 360. Здесь новое оборудование, аппарат биоакустической коррекции, калибри, стабилоплатформа,
Оборудование помогает восстановить утраченные функции конечностей после травмы, снять стрессы и не только. Может работать с тем, у кого есть нарушение сна, есть у кого выгорание эмоциональное, у кого психологические срывы какие-то, у кого какие-то неврозы. Все специалисты центра «Шанс» прошли обучение по использованию умной аппаратуры, созданной учеными Санкт-Петербурга. Наш мозг – это как большой компьютер, да, и он вырабатывает импульсы, ритмы. Волны, да. Альфа, бета, тета. И вот эти волны через специальную программу обрабатываются и обратно поступают в мозг человека. И человек, можно сказать, слышит музыку своего мозга. Все люди, которые вот у нас проходили, слушали, они говорят, что всем очень нравится. Очень хорошие результаты. Осмотрев все помещения и документы, проверив безопасность, комиссия выносит оценку готовности. Есть небольшие замечания, но в целом учреждение к работе с детьми в новом учебном году готово. Члены комиссии благодарят коллектив за их труд, желают дальнейшей успешной работы. Следующий на очереди – детский сад номер 50 «Ручеек». Всем членам комиссии при входе измеряют температуру и закрепляют за сотрудниками дошкольного образовательного учреждения, курирующими то или иное направление. Так, охрана труда. Ирина Валентиновна. Забираем. Так, Роспотребнадзор. Ирина Сергеевна. Надежда Васильевна. Ложнадзор, проходите. Проверяют пищеблок и медицинскую комнату, готовность учреждений к отопительному сезону, соблюдение требований охраны труда и комплексной безопасности, состояние и оснащение групп и кабинетов. Данное оборудование мы используем на площадке по дорожному движению. Это выносной материал. Дети с помощью этого материала моделируют участников дорожного движения. После обхода сбор в общей комнате. Промежуточное подведение итогов. Все, что мы могли сделать, наши сотрудники, все было выполнено. Детский сад чистый, светлый, аккуратный. Было у нас поступление малых архитектурных форм. Еще сейчас на этой неделе тоже будет дополнительная поставка. Мы с радостью будем ждать наших воспитанников в новом учебном году. В детском саду номер 40 также проходит проверка соблюдения всех условий и требований. Члены комиссии оставляют свои подписи в документах приемки. Окончательные общие итоги по всему городскому округу будут подведены 6 августа. Солнечные ванны с ветерком и хорошим настроением. Прогулки на теплоходе «Столичный» вошли в региональный проект «Лето в Подмосковье». Порт Серпухов приобрел современное комфортабельное судно весной этого года. В первый рейс по Оке теплоход отправился в начале июля. Как проходят маленькие путешествия и что удивляет пассажиров во время прогулки, расскажем далее. Уважаемые пассажиры, всем доброго утра. Мы начинаем посадку на теплоход «Столичный-1» до Лукьянова и обратно. Рада вас видеть на борту. Отбывает «Столичный» от причала по акватории реки Нара, которая впадает в Оку. Строго по времени. 3 рейса в будние дни, 2 по выходным. На борту чистота и комфорт. Наш теплоход идет со скоростью 10 км в час в данный момент. Сейчас мы идем самым коротким маршрутом. Это Серпухов-Лукьяново-Серпухов. Здесь 2 главных двигателя. И, в принципе, они дают возможность этой маневренности, хорошей управляемости. Капитан Денис Полысаев управляет «Столичным» с 2013-го. 120 посадочных мест. В следующем году судно отметит десятилетие. И это для речного транспорта совсем юный возраст. Маневренное, удобное, с раздвижной крышей, чтобы путешествовать даже в дождливую погоду. Ока – одна из самых красивых рек центральной части России. И понимаешь, это во время вот такой прогулки на теплоходе. Виды открываются роскошные. Зеленые и голубые просторы впечатляют даже самых избалованных и привередливых. Рыбаки и отдыхающие на берегу всегда приветствуют проплывающее судно. Можно им помахать рукой и улыбнуться. Кстати, дети легко переносят прогулки. Самые длинные маршруты «Столичный» совершает до Таруса и Поленова. Примерно 3-3,5 часа. Я поражаюсь, насколько у нас широкая река Ока, насколько у нас красивые места. Просто потрясающе. Мне понравилось, мне больше очень понравилось смотреть на водичку. Мы очень любим путешествовать, а это родные края. Красиво, замечательно. Вон люди машут ручкой. То есть все нам очень нравится. А всему причина вот этот вот человечек, который сказал «хочу», к
кататься на кате или на лодочке, как она сказала. Мне вот нравится кататься вот на этом корабле. Настроение хорошее, вдвойне, потому что у моего внука сегодня день рождения. Но я вообще люблю свой город. Мне нравятся все места. Поэтому я просто сижу и радуюсь, что и день хороший, и погода повезло, нет дождя. Ну и радует то, что люди у нас приходят на такие прогулки. Еще до недавнего времени гостям Серпухова предлагали обязательно заглянуть в Малую Третьяковку, пересчитать монастыри и храмы, окунуться в историю, отдохнуть в загородных отелях. Теперь туристам советуют поплавать по Оке, насладиться пейзажами. Прогулки на столичном вошли в региональный проект «Лето в Подмосковье». Именно поэтому теплоход переоделся в зеленое – цвет проекта. По прошествии первого месяца эксплуатации могу сказать, что это вдохнуло новую жизнь в пассажирские перевозки на реке. Поскольку предыдущий флот достаточно старый, возрастной и классом существенно ниже столичного. Раньше вот капитан упоминал метафору, это все равно сравнивать «Жигули» с «Мерседесом». Прокатиться на столичном появляется все больше и больше желающих, говорит руководство порта. Расписание удобное, так что до конца летнего сезона места хватит всем тем, кто еще не успел принять солнечные ванны с ветерком. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Будьте в курсе событий. Еще больше новостей на нашем сайте, на официальном сайте администрации и в социальных сетях. Удачи вам! Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» – это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76-48-48, код города 49-67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.